Видите, что у нас творится? У нас опять тепло. Смотрите. Опять все тает. Опять, вот смотрите. Все тает. Я вообще удивляюсь природе. Надо вот этот цветочек посадить. Это розочка. Ай-яй-яй. А я кофе пью. Девочки, мальчики, кофе пью. Кофе пью. Ой, хочу поговорить, девочки, мальчики. Знаете, мне написали там комментарии, типа того, сегодня. Комментарии написали, что, ну, то есть комментарии под мукбангом. Пишет один какой-то чувак. Или одна, блядь. Я не посмотрел, я просто сблокировал и все. Скучно! Ты больше не снимай анекдоты. Скучно! Скучно, блядь, скучно. Так, если скучно, так не смотри. Переверни страничку. Ты не снимай, говорит, больше. Ну, я вот это вот, если увидел слово «скучно», я сразу и забанил. Дальше там комментарий был, где, то есть под мукбангом пишет. Я не знаю, кто тоже. Не снимай, противно, съешь как свинья. Ой. Вы не видели свиней, понимаете? И ты тоже попал в бан. Так что вот. А я улю, трамвая жду. Понимаешь? Мне по барабану, что вы там пишете. И что там квакаете, понимаете? Мне по барабану. Вы пишите. Вас никто никогда не читает. Понимаете? Никто никогда не прочтет. Потому что я сразу забаниваю. Уймите талант свой. У вас его и отродясь не было. Вы только приходите на площадку, да? И чтобы нагадить человеку, вы пишете разную ерунду. Понимаете? А я кофе пью. Ой, кофе хороший, кстати. Смотрите, у нас прям погода. Отпад. Отпад, девочки, мальчики, отпад. Все опять тает. Так что, девочки, мальчики, давайте не будем много писать своей хуйни, если честно говоря, ну, с матами, да. Посмотрите интеллигентов, которые, извини меня, пишут интеллигению свою. С вилкой и с ножиком кушают. Которые не блюют. Да. Как там одна писала. Блевать охота. Ну ты же, блин, блюешь. Не я же, прости господи. Я кушаю и нормальную пищу. Как голубь. Понимаешь? Голубь кушает тоже. У него тоже мукбанг такой. Хочешь, буду показывать тебе мукбанг голубей? А? Или... Мукбанг синичек, как семочки, щелкают. Хотите, белочек буду показывать, которые они тоже кушают, орешки, да? Ну и какают, вот так вот. Хотите, я вот так буду показывать, да, девочки, мальчики? А что тут такого-то? В чем стыд-то такой, а? Ну вы вообще совсем, да. Опарыши, блядский урод, да. Ладно, девки-мальчишки. Это было маленькое такое недоразумение, которое некоторые недоразуменцы писали, да. И в блог попали. Чур вы, блядь. Ну, вы там от таланты свои убавьте немножко. Противно читать ваши бредни, блядь, старческие. Фу, блядь.
В конце концов, сходите на помойку. Помойка хорошая, да. Вы же, блин, помоечницы. Вы же сидите, бегаете, блядь, на каждом, как сказать, на каждом канале. Ник поменяли, там попизданули. В другом, на другой вас там забанили, прибанили. Ник поменяли, опять начали писать. Вы что думаете, я по почерку вас, блядь, не могу распределить? Девочки, мальчики, вы там... Дуру-то не гоните. Понимаете? А? Девочки, мальчики. Кофе пью. Да, посмотрите мою кружку. Ну, красивая, да, нефть. Я нефть это хлебаю. Нефть, нефть. Так что давайте. Пиздуйте нахуй отсюда, милые мои. Я имею в виду опарыши вот эти вот, блядь, которые говно свое тут, блядь, пишут, блядь. За собой посмотрите. Откройте, блядь, свои ебальники, блядь, лица ебнутые. И начинайте снимать интеллигенции, блядь. Да. Ну, идите вон, этого посмотрите. Ножик-вилка, прости господи. Интеллигент, блядь, проститутка. Ладно, девочки, мальчики, я буду кофе из грязной кружки пить. Ну, из нефтёвой. Нефтёвой, да. Всё. Всем любви, удачи. И что хочу сказать. Самый лучший день. Это сейчас. И завтра. Всё. Всем пока. Муа, мимай. А вы, опарыши, трое. Как были... Опарышами так и будете. Так что запоминайте мои слова. Раз, два, три. Не сри.